Но одно есть маленькое но. Как же здесь можно быстро и спокойно идти, когда вдруг кругом такая красота, и каждые 5-10 минут приходится останавливаться, что-нибудь снять. Просто невозможно не снимать, глаза разбегаются от красоты. Поэтому постараемся без крупных остановок дойти туда. Ну и тем не менее, посмотрим, сколько это все у нас выйдет по времени. Отсюда будем искать дорогу на Тарахтарскую дорогу. Это последний, так сказать, более-менее живой населенный пункт. Дальше начинается опять дикая природа, к которой мы будем идти вниз, аж до самого водопада Учансу. Временем потихонечку мы подходим к дороге на Тарахтарскую тропу. Вот уже последний, так сказать, пристанище. Человеческие средства, технические, которые могут нас отсюда в случае чего вывести. Дальше все своими ногами. Идем уже минут 10. Непонятно, по какой тропе. Посмотрели по карте, вроде как двигаемся в сторону Тарахтарской тропы, но пока еще на ее начало не вышли. Но виды отсюда открываются просто не передать. Наверное, камера телефона даже половины того, что я вижу своими глазами, не передает. Это просто надо видеть своими глазами, просто прогуляться здесь. Просто такая дикая природа, запахи, птички поют, класс. Только что встретили людей, которые отдыхают. Прошу, задают мне вопрос. А мы куда-нибудь отсюда выйдем? Куда вам надо? Ну, куда-нибудь поближе к городу. Ну, в общем-то, что говорю, если куда-нибудь туда будете идти, куда-нибудь к городу и выйдете. А в любом случае, всегда надо немножко понимать, куда вы идете, чтобы потом не отвлекать в ненужный момент спасателей. Участников. А то когда они приезжают, они злятся. Типа, вот очередные туристы приехали, вызвали нас сюда. Так что, прежде чем куда-то идти, не советую делать, как мы. Я сам никуда не знаю, куда мы идем. Сверяйтесь по картам. Всего доброго.
слов о том, что представляет из себя тропинка, которая ведет к тропе Таракташ. Это очень живописная лесная тропинка, пешеходная. Здесь нет наезженных автомобильных следов. Это просто маленькая пешеходная тропинка через живописный лес с отличными видами вниз горы, вниз Ялты, панорама на море. Вокруг вас окружают шикарные деревья, непередаваемый запах и хорошее настроение.